Всем привет! Сегодня распаковочка посылки от Кава. По идее, здесь должна быть катушка, друзья. Мне интересно самому. Так, что мы видим? Мы видим, коробка пустая в сторонку. Сабре GKS 51. Черная точка и отмечена. Вот такая коробка. В коробке неопреновый чехольчик. На нем ничего, как видите, логотипа нет. Просто я видел, ребята покупали, и был логотип. Дальше здесь у нас упакована катушка. Это вот такой вот маленький бочоночек. Ох, какой маленький, малюсенький, ну просто капец. Вот вам, к примеру, сравнение с Риогой. Маленькой Риогой. Это Риога маленькая, 10-16. Сравните. Почувствую, называется, разницу. И вот так. Тоже с Риогой. Смотрите, какая она миниатюрная. Малышка просто вообще капец. Значит, друзья, я потом подробненько запишу обзор на эту катушку. Пока моя цель распаковать, посмотреть, что все работает. Чтобы, если что, предъявить претензию. Слышим какой-то звук. Какой-то странный звук. Мне это дело не нравится. Позже я разберу и спешусь с продавцом. Попробуем разобраться, что к чему. Так, еще для примера размер. Вот вам мыльница. Это к вопросу о размерах бочонков. Бывают бочонки маленькие. Так, в комплекте еще есть ключик, какая-то шайбочка и дополнительные пятаки опорные. Там дальше есть еще инструкция, и я попросил продавца дополнительно продать мне мелкую шпулю. Мелкая шпуля не продается, не идет в комплекте к этой катушке, поэтому нужно было дополнительно списаться предварительно, попросить продавца, чтобы он мелкую шпульку положил. За это пришлось дополнительно заплатить $8. Так, ну вот она, маленькая шпулька. В принципе, я потом сам проверю и попытаюсь разобраться, что же такое. При таком вращении никакого биения нету, а так что-то у нас вращается. Сейчас, может быть, осевичок просто подождать надо. Просто-напросто. Осевик без микроклика. Да, крутится хорошо. Теперь без биений. То есть это какое-то биение было по осевику. Так, на этом все, пожалуй. Значит, друзья, позже я обзор на эту катушку запишу. Переходите в нашу группу ВКонтакте. Я там оставлю всю информацию по этой катушке. Ссылочку на катушку и ссылочку на нашу группу ВКонтакте я оставлю в описании. Смотрите в описании и в первом комментарии.